1 мая в Омске стартовала серия бесплатных беговых тренировок, организованная региональным Минспортом и дирекцией серии забегов «Сибирский международный марафон». Наставником для желающих заниматься бегом стал многократный призер и победитель международных марафонов Михаил Кульков. Мы в первую очередь организуем данные тренировки для того, чтобы привлечь новых сторонников бегового движения, скажем так, и привлечь людей пробежать Сибирский международный марафон, именно дистанцию марафона 42 километра, потому что это своего рода Эверест в спортивных беговых дисциплинах, и поэтому каждый может не бояться и попробовать испытать себя на восхождении на эту замечательную вершину. За 4 месяца мы вполне можем прийти к тому, что люди смогут финишировать дистанцию марафона. Мы здесь не говорим о рекордах, мы говорим о том, что просто люди будут в состоянии преодолеть 42 километра бегом или в сочетании бег-ходьба, но уложиться во временной лимит, который обозначен организаторами марафона. Тренировка собрала немало тех, кто в этом году впервые планирует выйти на дистанции. По поводу серии наших забегов СИМ, которые проходят в Омске, каким из них хотите присоединиться в этом году? По идее, на все надо попасть. Ну а там как физическая форма позволит. На какие дистанции рассчитываете? Очень хочется 10 попробовать. Но опять-таки все зависит от физподготовки. Для первого занятия была выбрана дистанция от дирекции СИМ на Певцова-1 до парка «Зеленый остров» и обратно. Группа всегда создает такой мотивационный задел. Планировалось пробежать вдоль Зеленого, туда, по Зеленому острову. Ну, массу впечатлений. Во-первых, бодрость, даже не устала. Думала, будет где-то там в конце, упаду или еще где-нибудь останусь, пешочком пройдусь. Но, как оказалось, очень легко, на позитиве. Бежали, разговаривали на разные темы, вопросов было массу, ответов еще больше. Настроено, может быть, 10 пробежаться. Но если в хорошем таком плане подготовки, то можно и полумарафончик. Отметим, что ближайшее событие серии забегов СИМ, весенний полумарафон, состоится 30 мая. Хочу сразу всех призвать бегать в компании, потому что действительно бежать легче, преодолевать трудности вместе намного проще. Сегодня у нас была хорошая тренировка, мы пробежали 8 километров достаточно неплохим темпом. В принципе, я думаю, для первой тренировки достаточно. Я всех приглашаю. Приходите, будем бегать вместе, тренироваться и готовиться к забегу, к марафону. Тренировки проходят по субботам. Сбор по адресу улицы Певцова, 1, в 8:30.